Здравствуйте, мои дорогие. Какой у меня был вчера замечательный день. Во-первых, у меня 100 подписчиков. Я так ждала этого. И так прям рада. Хочу вас поблагодарить за то, что вы у меня есть. Самые мои первые. Самые прям такие внимательные. Какие комментарии вы мне пишете? Я не жалуюсь, но... Я вот даже не помню, чтобы меня в детстве хвалили. Да и в жизни. Не часто. А тут... Такие слова пишут люди, что ну прям до слез. Я и сейчас прям вот. Каждому своему новому подписчику я захожу на страничку, но это же не как ВКонтакте. Там не поймешь, что за человек. А мне так интересно, думаю, кто меня смотрит. Я вам очень благодарна за то, что вы у меня есть. Ой, опять вот я иду по неровной дороге. Давайте я буду смотреть под ноги и с вами разговаривать. Я стараюсь отвечать всем. Ну, слава богу, негативных у меня очень мало комментариев. Вот. И вот особо хочу отметить людей, с которыми я прям вот прям веду переписку. Ну, как-то не принято в Ютубе называть фамилии. Может быть, и людям это не надо. Но я думаю, что они себя узнают. Любочка есть. Очень хорошие комментарии, добрые такие. Старый есть такой мужчина. Танечка из Тольятти. Привет! Саша, как я понимаю, молодая девушка. Привет! Я Кира. Вот видите, видите какая? Сейчас я про вас расскажу. Вы идите пока вперед. Мы пойдем вперед. Идите. Гульсина. Я не знаю, правда, как ударение. Очень приятная женщина. Наташа, еще одна. Оксана, местная девушка. Ирина. Ну, Наташа Сергеенко из Курчатова. Я думаю, что ее можно назвать. Валентина. И еще Наташа Сумарокова. Это... Раньше вместе работали в одной организации. И я говорю, какие комментарии? Ну, вот, правда, столько доброго, я прям давно не слышала в свой адрес. Так вот, мои дорогие, в честь такой знаменательной даты я решила устроить конкурс. И я думаю, что то, что вас вот на сегодняшний день 102 человека, это даже лучше. Больше шансов выиграть. Разыгрывать я буду чашу керамическую. Чашечка или мисочка небольшая. Ну, для орешков, для чего-то, там, не знаю, для конфет. Вот, эту чашечку сделала моя дочка.
Вот, это керамика. Для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше, вы должны быть подписаны на меня, и вам нужно подписаться на мой инстаграм. А под этим видео написать комментарий. Любой. Можно прям одно слово. Хочу. Или мне. Вот. И среди вас, кому это надо, неделя на... чтобы желающие написали. Вот. И есть специальная программа. Все по-честному. Вот. Мы ее разыграем. И тому, кто выиграет, отправим. Вот. Все я сказала или забыла чего-то. Не помню. Вот. И еще почему у меня был вчера знаменательный день. Не только поэтому. У меня приехал сын с женой. И 5 внуков. От 4,5 месяцев до 15 лет. Те, у кого есть внуки, представляют, что это такое. Я-то в шоке, я отвыкла уже. Вот. Я что-то бегаю, суечусь. Вчера просто упала и уснула. Вот, и поэтому вот двое вот впереди меня, это Егор и Кира. Вот. Кира у нас живет с мамой в Болгарии. Очень с ней интересно, конечно, она половина по-болгарски, половина по-русски. Вот. В общем, вот что я хотела сказать. Можно я попрошу у вас недельку отпуска? Они приехали ко мне ненадолго. Ну, где-то не, ну, где-то на неделю, да, может, ну, может, побольше немножко. Вот. И у меня просто не будет времени заниматься этим делом. Вот. Поэтому я у вас прошу недельку. Вон сколько цветов. Вот, а за эту неделю как раз нужно будет сделать конкурс, разыграть. Снимать я буду, потому что я снимаю постоянно. Вот, и потом, когда они уедут, я тогда вам сразу несколько, наверное, видео выложу, куда мы будем ездить, что видеть. Хорошо. Так что забот у меня сейчас хватит выше головы. Вот. Ну, вроде я вам все сказала. Куда-то они ушли. Ребята! Егор! Егор! Подождите меня, вы ушли далеко. Вот. Так что еще раз огромное вам спасибо за то, что вы у меня есть. Не хватало мне общения. А сейчас я говорю, ну какие люди приятные. Ой. Я даже не думала, вот честно вам говорю, я даже не думала, что я буду прям общаться с людьми. Потому что, ну, я смотрела на Ютубе, там и ругаются, и, ну, и просто какие-то прям гадости пишут. А у меня, говорю, я дочке говорю, ты посмотри, какие у нас люди подписаны, а. Так что спасибо вам огромное, мои самые дорогие.
первые 102 подписчика на сегодня. Так, что это такое? Ай, плюет. Так что вот такие дела, мои дорогие. Спасибо вам еще раз. И пока. Вот, вот, вот что меня ожидает на ближайшее время. Все, пока-пока, мои дорогие. Я вас люблю. Always the moon when the tide is high.